22 октября азербайджанская армия водрузила государственный флаг на пограничной заставе в поселке Акбенде Зангиланского района. Это событие обрадовало многих азербайджанцев, проживающих в Иране. «Мы любим родину, нет у нас страха, мы готовы отдать жизнь за Азербайджан. Родина для нас мать, мы ее солдаты». Такой песней дети на иранской стороне поприветствовали азербайджанских военнослужащих. Отметим, что с освобождением поселка Акбенде обеспечен полный контроль над азербайджано-иранской государственной границей. Можно было бы копаться.